В Италию пришла аномальная жара. Об этом власти страны предупредили 21 августа. Повышенный уровень опасности по причине высокой температуры воздуха объявлен в нескольких крупных городах, в том числе Риме, Турине и Болонье. В августе в Италии много туристов, но похоже то, что столбики термометров поднялись выше 35 градусов, большинство из них не смущает. Мы слышали, что в марте было лучше, но мы по-настоящему отдыхаем. Нам нравится здесь в августе. Мы из зоны жаркого климата в США, поэтому чувствуем, как будто вернулись домой. Мы привыкли к такому. Спасает людей от жары знаменитое итальянское мороженое, а утоляет жажду гости столицы питьевой водой из фонтанчиков. Много воды, посещение музеев. Это помогает охладиться. Вот так мы справляемся. Впрочем, местным жителям жара не в новинку. Говорят, что переносят ее спокойно. В эти дни все время работают кондиционеры, дома и в магазинах. На улице очень жарко, но в это время года всегда так. Согласно прогнозам, жара в Италии продержится до конца месяца.